Анапчан ждут в здании администрации в 310-м кабинете. К специалистам можно обращаться по любым вопросам, касающимся ведения бизнеса. Это и выбор системы налогообложения, и как воспользоваться налоговыми льготами, как воспользоваться региональными мерами поддержки предпринимательства. Также любые консультации по бухгалтерскому учету, по сдаче налоговой отчетности. Все это можно получить абсолютно бесплатно у нас в Центре поддержки предпринимательства, который располагается у нас в администрации.